Один, второй, третий. И я все на меня падает, падает. Упала стена, бетон, перекрытие. В общем, меня завалило, и сверху еще холодильником. Меня спасатели доставали, я не знаю, как долго они меня доставали. Я, конечно, очень кричала, потому что у меня были завалены ноги и грудная клетка. На них холодильник. Они когда начали все поднимать, а мне еще больно стало. Я кричу, пожалуйста, не трогайте, пусть так останется, дайте мне полежать. Нам с мамой просто посчастливилось, что мы остались живы.